Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, паук сожрал меня. Ой, хорош. А, они тоже дерутся. Да что вы вечно все деретесь между собой? Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Диман, Заварной Кофе, Угабуга, Гусанёк, FM Zoom, Серега, Профит и Тучка, пацаны, поздоровайтесь. Привет. Привечки, омлечки. Привет, здорово. Однако, всем здравствуйте. Здравствуйте, парни. Мы скачали очень маленькую карту, потому что мы на ней сделаем жесткое выживание с монстрами Хендерсона. Эти монстры хватают за шкирку и бьют об землю. Если тебе текущий приятного аппетита, а мы начинаем веселиться. Пацаны, ну что, я включаю искусственный интеллект. Пошло дело. Ай! Давайте я покажу, как они убивают. А, нет. На себе не хочу. Наркоманы как будто. Эй, Серега, ты чё читеришь, как я? О, смотрите, сводил челика и носит. Видите, как прикольно? Так что, ребята, не забываем ставить лайкосики, подписываться на канал. Ролики выходят каждый день. Мне интересно, он долго так будет трупейшн его тягать? Реально это прикольно. Это же круто. Не бойся, не бойся, он тебя не сильно убьет. Я на тебя веду его. Ха-ха, не надо. Не надо за мной водить. Так, если сейчас будет очень мало умирать людей, я буду ставить все больше и больше монстров. А он не отпускает труп. А ты можешь возродиться? Ты же возродиться можешь. Да, да. Это что, будет в конце ролика миллион трупов? Тягать они будут. Как тряпки. Моих. Еще ставим. Сюда, иди сюда, давай. О, да класс. Кстати, тут можно по воде шлепать. А я бегаю по водичке. Ноги охладим. О, еще с вентиляцией есть. Давайте по вентиляции. А я вентиляция длинная. На канавке. О, Профит. Смотрите, уклонюсь. А, нет, не уклонился. Эй, где я? Убил меня. Это что, он будет меня сейчас тягать? А какой у меня скин? Полицейский. А, офицер. А, ударил. Кстати, они не всегда хватают. Они еще бывают бьют. Они, кстати, не плясают. А, зачем слеповуха? Началось. Началось. А, блин, из-за этого слеповухи пришел к нему в гости. Интересно, они могут по лестнице выходить? Он упал и выйти не может. Ну что, это теперь он, получается, будет сторожить воду, чтобы никто лишний раз туда не заходил. Так, может еще других монстров поставить? Или эти пусть будут? Да, давай других. Давайте еще. Давайте вот этого поставим. Погнала. О, они дерутся, я же вспомнил. Так, напишите в комментариях, кто из них выиграет. Нет. Отойди. Ух, какая драка. А, двое на одного. Ну все, уничтожили. Эй, эй. Спокойно, легче, легче. Ставь еще. Будет в конце ролика много штук. Так что, ребята, обязательно лайкосик, обязательно. Чем больше лайков, тем больше NPC будем ставить. Ставим. Ой. Вот это будет жесть. Блин, я забыл, что мы не добавили еще коллекцию всяких там монстров Хентерса. Там есть такие монстры, что тоже хватает и об землю бьют. Такие зубатые. Да? И, там разные есть. Это они удалились, наверное, их изменяли, и они у меня пропали. О, молоко. Молоко. А, они дерутся с молоком. Ставим еще. Серега, там твой труп тягает, я вижу. Там папайруса тягает. Эй, не толкайся, я буду орать на тебя сильно. Этот монстр так берет мой труп и идет за Димой. Уже так, я вижу. На охоту чисто. А меня не толкают они, кстати. Ой, не тягает мой труп. Я вижу, Бенди тягают. А я ж, наверное, там оказался внизу, наверное, внизу тягает мой. Вон мой труп тягает, смотрите, ребята. Это прикольно. А да, видно. Серега, представь, твоим же трупом тебя ударят. Это будет прикольно. Ударно будет. Friendly fire будет. Эй, Серега, как ты туда забрался? Прыжками. Эй, так это же нечестно. А почему? Пока Дима. Так, надо еще кого-то поставить. Давайте этого паука поставим. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, паук сожрал меня. Хорош. А, они тоже дерутся. Да что вы вечно все деретесь между собой? А вот эта девочка с ножом. Быстрый. О-о-о. Прикольно. Так, давайте поведем на них и посмотрим. О, два одинаковых уже здесь тягают. Да, меня. Не будет между собой драться? А, и с девочкой тоже дерут. Да что вы умочите? Короче, эти самые злые монстры, они со всеми дерутся. А интересно, по ним можно стрелять или нет? Они умирают? Да, как ты думаешь, они смертные? Схватил меня! Кстати, он даже не убил, да, просто схватил и за голову тягает. Они вроде бессмертные, я... А, ну мы сейчас, Серега, да, проверим админский пистолет? Нет, они умирают! Можно с ними... Ну что, давайте тогда их ставлю, давайте помочь ему, хочу бы и нет. Не только же они нас будут мочить.
Нет, нет, давай нет. Делать волны, давай каждый по-разному ставить. Да какие волны, у нас одна дым... Опять схватил меня за шкирку и тягает, ты смотри какой подлец. Нет, ну сначала этих, потом других. Да? Ну они же дерутся. Это будет вообще читерско, потому что карта маленькая, где тебе будет просто бегать, ты будешь умирать постоянно. Это жесть. Ух, их много! Ну давайте, если мы этих всех убьем, я поставлю других. Без проблем вообще. Так убейте их сначала же. Я буду оружие с Counter-Strike брать. Так, где моя эмочка любимая? Погнали. А! Схватил меня, представляй! Ах ты какой, ах ты какой. Ой, огонь так прикольно смотрится. Ой, извини, ты стоял передо мной. Я не специально, серьезно. А! Они отомстили. Серега, ты что там стоишь? Надо, короче, брать, который прыгаю. Тогда будет жестче. Надо проскакать отсюда. Тихо, осторожно, осторожно. Базука пошла. Надо брать, пойти вяносить. Мне кажется, вообще этим оружием будет их вообще реально убить. Кому бы еще не убили. Погнали. Интересно, он явно так переживет. Я упал в воду, я упал в воду. Сейчас только мы этих убиваем, а если мы их убиваем, то я поставлю те, которые прыгают, и уже нельзя будет от них убежать никак. Отошел, отошел. А, я в палатку. Горит и бегает, представляете? Ого, Серега, ты мощный. Ты успеешь, не успеешь? Ай, схватил я бомбу от Counter-Strike, хотел поставить еще раз. Успей. Давай. Ай-яй-яй, Серега. Серьез, Сэм, два оружка берешь. Нет, Джи. Ай-яй-яй, Джевелинка. Эй, стой, давай, 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 быстрее, 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 клацай. Отлично, еще ставим. Мы делаем даже вакханалию здесь сегодня. Так, гусь, ты мешаешь. О, пулеметик поставил мощный, это круто. Так. Обстоятельства. Здесь, ребята, минируем все. Мы должны их уничтожить, чтобы следующую волну прожить. Тут еще волна будет из 20 стоять. Состоять штук. Даже тут, наверное, так сейчас и поставлю, наверное, штук 10-12 стоит. Тут в воде просто миллион. Да, значит 20 штук точно есть. О, бомба пошла первая. Все, давайте здесь поставим. Должен успеть. А, успел. Успел поставить. Отлично. О-хо-хо-хо, это все жестко горит, ребята. Веселье. Вот это класс. Да я не специально, ну. Нет. Ты а чё, они обычным оружием убиваются, да, Серега, или нет? Убиваются. О, он может пушку сам взять серию СМ-2 вот этого? Да, давай. О! Они со всех сторон. Умираю, да, Серега, я вижу? О, давайте я это возьмем, миниган. До этого момента хорошо была идея. А тут застрял, он стоит, отдыхает. Да, ну все, будем мочить их. Ай, это ж я наставил. А нет, это уже не я. О, кто это в кофе? Погнали. О, Серега, я знаю, каким оружием можно их убить. Когда они тут собрались в толпу. Красная граната. Я, ё-моё, вы что делаете? Давай. На, еще. Сейчас красная граната должна подействовать в любом случае. Ай. Отлично. Вот это мы устроили, ребята, в вакханалию. Так, как вы любите. А меня бьют, что делать? Ничего страшного, привыкай. Твои кролики всегда будут тебя мочить. И огненные, и красные, и кислотные, и химические. Все. Но мы их убить не можем, к сожалению. И деревянные тоже? И деревянные, да. Ой, РПГ погнал. Убили, убили его. Просто затоптали. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, заряжаемся еще раз. Как можно. Так, это тоже не убивает их. О, такая еще гранатка. Все, ну давай сейчас мы попробуем. На, по... Ай-яй-яй, вот это красиво отлетел. Что, так получается, они в воде только остались, да? Да. Ой, красивый взрыв. Походу, замочил я его, а нет? Спасибо, Хендерсон, попробуем. Отойди, отойди, отойди. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, вообще жесть. Что, всех убили? Нет.
Нет? А ну, Серега, где еще? А, нет. Там же. Ты с миномета фигачишь, Серега, ты вообще псих. Да не, вроде тут, Серега, никого нету, смотри. Ой-ой-ой. Офигенно свистит. Так, пацаны, давайте я очищу карту на всякий случай. Да, давай. Так, сейчас ставлю, Серега, уже специально для тебя прыгающих. Вертолеты. Все, я подготовился, я по зубу. Вы готовы? Да. Так. Летаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Ой-ой-ой. 20 штук, 20. А что, я же говорил, что будет жесткий. Ты должен был готовый быть к такому раскладу. Они прыгают, да, походу, вот эти вот? На! Ай-яй-яй, красиво меня загасил. Так, пока они меня мочат, я буду оружие брать. Эй, промахнулся! Ай-яй-яй, не успел. Представляете, как они быстро мочат? Даже, кстати, гранату не мог взять. А ну-ка. На! О, знаете, в этом ролике, ребята, обязательно досмотрите до конца. Я даже сиреноголовых поставлю. Дима, беги. Извини, обстоятельства. Дима. Ну, я видел, ну, я пожертвовать надо же было тобой. А. Ух ты. Сейчас тут карта разрушается, представляете? Тут укрытия эти взрываются. А где они? А все. Вы что, издев... Это как? Убили, что ли? Так, да. не кидайте, мужики, успокойтесь. Так, Серега, что, сиреноголовых ставить? Как ты думаешь? Серега, давай. Мы потянем вообще сиреноголовых? Думаю, да. Ну давай, тогда не буду 20 штук, поставлю 5. Ой, зачем так близко ко мне? А где они? Серега, ты что, убил их сразу? Не может быть такого. А давайте еще раз, давайте руки поставим. Они Держи. Исчезают. А чё не исчезает? Кто-то удаляет. Думаешь? Да не, вроде вот убили. А, у них мало жизни. У них по 100 хп, наверное, Серега. Да, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ох ты, ну Серега, ты молодец. Так, я нажимаю Z, они не удаляются, значит мы их убиваем. Хорошо, я ставлю, у кого много жизни, пацаны. Неплохо. Вот они, ракеты. Вот это жесть, ребята! Да, скотина! А, убили меня! Растворили меня! Ух ты! Эй, да я сразу умираю! Как умереть? Ой, как возродиться? А, никак, очищай карты. Не, давай я удалю их парочку здесь со спауна просто. О, все! А, я всех удалю. Давайте тогда поставлю с раздела NPC. Может, они так не удаляют? А, подожди, так это одно и то же. Ну да. Дима хотел парочку, но удалился. О, Серега, я знаю, кого надо поставить. Кого? Сейчас я еще поставлю вот этих сиреноголовых, я поставлю бешеную горку. Какую бешеную горку? А я знаю, какую горку. Мы тобою готовы. Все, поставим. Ну, псих, видите, что они делают? Они просто уничтожили. Да вы что, я же должен был всех убивать. Дима все слабо. Дима убивает всех буквой Z. Боже. Ты внучка. Кто-то удаляет. Чего, это они телепортируются, ребят. Вот это они, вот это, ребята, это, наверное, самая жесткая волна, которая будет. И кряхтят так. Ой. Я даже удалять не буду. Специально попробую повыживать. Серега, убивай. Так, оружие, заходим оружие, чтобы я успел хотя бы гранату кинуть. А вы успели гранату кинуть? Я убежал. Уходите. Граната, пошла. Есть. А, нет. Ну кинул гранату, может все-таки кого-то я убью случайно. Вон они там. Тусуются, отлично. Все, потихонечку ребята начали их выносить. А что они так крякают? Это что они так крякают? Они прошли, потому что. На! Ай! Да я ж не специально, ты ж понимаешь, да? О, еще! Да. Ты на спаус. Вон еще один. На! Отлично, ребята, профессионалы, молодцы! Там стоять. Вот
Это жесть, что мы творим. Я знаю. О, пацаны. Я беру покупку. Серега, они там есть еще? Все вроде. Все? А нет, ну все. Хорошо. Нет, тут нет. Где? Есть еще один. Еще один. Да? Серега, да. Какой самый мощный монстр Хендерсона, ты не помнишь? Вот. Ой, ну он на эту карту не вместится, Дим. О, все. Ребята, последняя жесткая волна. Вы готовы? Да. Да, конечно. Ой. Ну, ты готов. Ай-яй-яй, больно. Ой, Гарри Слот, не вылетай. Да. Это прокисшее молоко будет. Ой, боже. Ого. Мне очень странно, как ты по этой карте двигаешься, но мочат сразу. Они быстро. Ой-ой-ой, а как вообще мы выживем? А вот не так, что сразу умирают. Не, я вырвался. Эй, а вы что стоите? Сам за себя. Они как Майкл Джексон. Ой-ой-ой. Они, короче, большие для этой карты. Но ничего, мы их будем мочить все равно. Ой. И будем быстро умирать все равно. Так, а как ты хотел? А вот... А где моя вонючая граната? Подождите, может у нас еще кроме гранат что-то есть? Во! Да, есть. Попугай есть. Например, на! Нет. Сейчас я их помочу, ребята, не переживайте. Сейчас мы их очистим. О, прошел процесс. О, все. Ой, они даже ничего не успели сделать. Сзади один. Ах ты, крыса. Короче, самая последняя волна оказалась самой мощной, это, самой слабой. Хотя, если мы играли на большой карте, нам было бы очень сложновато. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну, всем отличного настроения и всем пока. Ребята, ой, Серега, срывайся. Они живые, это не работает. Живые. Всем привет, Дима, не ломай. Я в прошлом будто играю. Ой-ой-ой. Я вообще 60 лет. Все, мы все взорвали. Да. Все, это просто жесть.